Алоха. Вот такой вот скромненький самсунговский телек у меня появился. Без смарт-ТВ. 5290. По индексу это максимальная модель без смарта. Из особенностей спутниковый тюнер. В отличие от LG, есть наушники, есть оптика, есть SCART, есть компонент композит. Всего лишь два HDMI, один USB. Вот такая перфорация, которая идет у всех моделей 2014 года, то есть буквы H. У телевизора хороший звук. Но. Вот. Вот такой вот красавец. Кстати, с вот таким необычным выступом, смотрите. Данный аппарат кто-то выкинул на помойку, и мне его принесли и продали за рубль. Если вы, как и я, иногда ремонтируете телевизоры, или даже для себя там собираетесь нескольких один, то такое предложение за 1000 упустить, ну, грех, по-моему. Потому что я как-то вот точно такую же подставку тоже в баке подобрал, отмыл ее, доукомплектовал винтиками, и за 500 рублей ее купили. А тут весь телек за косарь с такой же подставкой. А, я таких подставок даже две, кстати, продал. Одна по 32, другая под 40, про которую я и сказал в начале. Она подходит и к старшим моделям, и к младшим моделям. У них крепление одинаково. У меня, например, был старший брат этого телека. Это тот, который я отсылал на ремонт. Это UE40H6400. И, кстати, странно. Этот более тусклый, чем тот. Хотя подсветка у них по-любому одинаковая. И был 32-дюймовый еще один собрат того же года выпуска UE32H5500. И он был тоже яркий, но чуть тусклее. А этот еще тусклее. При этом здесь совместимая матрица с моделью 5500 и 520 или просто 5000. То есть сюда можно поставить смартовскую материнку, но он по-прежнему тусклый. То, что он тусклый, выдает его дешевизну. И это как-то странно. Типа модель на серию выше была более яркая при абсолютно одинаковой подсветке. Хотя я видел объявления о продаже таких телеков, которые посинели, куча светодиодов там погасла. Но здесь так с виду вроде все светится. В общем, странная фигня. И вообще удивительно то, что при таких повреждениях он даже показывает, даже можно с ним совладать, там типа зайти в меню, что-то поднастроить, зайти в USB и включить музыку, например. Кстати, здесь точно такие же динамики, как в H6400. И, кстати говоря, если картинка тусклая, смарта нету, всего один USB, то вот звук здесь такой же, как и в старших моделях. То есть нормальный. Здесь крупные динамики. Сейчас что-нибудь найду из чужой музыки. Так, где ж там? Ну где? У меня, кстати, к этому аппарату даже пульт есть, абсолютно полностью с ним совместимый. Сейчас я достану такой же, у меня вообще этих пультов три.
нему идет вот подобный пульт. Только вот смотрите, здесь у меня кнопка Content, а на родном пульте кнопка называется Media Play. Это от другой модели, а у меня есть прям тот, который должен к нему идти, и он в нулевом состоянии. Так что и сам телевизор в хорошем состоянии. Так что если вдруг где-то по дешману всплывет матрица, его даже можно и собрать, наверное. Но на продажу, типа в разбор на запчасти, я его тоже пока выложу, посмотрим. Если впервые заберут материнку, значит уйдет в разбор. Если впервые всплывет матрица, значит будет из утиля в идеал часть, хрен знает какая по счету. Но пока что его участь — это быть замотанным в пленку или в пакет и зимовать в гараже. Потому что что мне его тут хранить, слушать с него музыку, если у меня есть восстановленный UE40 EF6400 на год постарее, но модель повыше. И вообще LG Nano Cell тоже восстановленный из битья. А этот битьем, если что, не был. Так что вот такое вот пополнение. Всем удачи!